Торжественный прием учителей состоялся в Волгоградской областной думе. Спикер регионального парламента Александр Блошкин вручил педагогам благодарственные письма и грамоты. Подробности у моих коллег. В образовательных учреждениях Волгоградской области работают более 17 тысяч учителей. Почетными грамотами и благодарственными письмами областной думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем Учителя награждены преподаватели школ, лицеев, гимназий Волгограда, Волжского, Камышина, Фролова, Урюпинска, Елани, Петрова, Вала, Дубовки. Конечно же, этот день очень для меня особенный. Моя бабушка была учителем. Тети мои, учителя. Работаю я уже 22 года. Потихоньку я достигла того, что стала учителем. И учителем уже высокой, высшей категории. С ребятами участвуем во многих всероссийских конкурсах, в которых занимаем первые места. Вот завтра мы уже с ними отправляемся в город Москву на награждение. Победили мы в конкурсе всероссийском. Это «Агранти». Заняли первое место по 4 номинациям. Спикер регионального парламента выразил признательность педагогам за преданность своей профессии, подчеркнув особую значимость учительского труда в нынешнее время. Мы благодарны вам, уважаемые педагоги, за то, что учите любить историю своей страны и малой родины, любить ту землю, на которой же живем, быть патриотами и гордиться тем, что мы граждане великой страны. За последние 8 лет в Волгоградской области возведено 7 современных общеобразовательных учреждений. Сейчас продолжается строительство школ в Волгограде, в Волжском поселке Отрадное городского округа Михайловка. Школы региона оснащаются новым оборудованием. Образование вышло на новый современный уровень. Новые реалии показывают, насколько государству важна сильная школа, которая даст правильное образование и соответствующее воспитание нашей молодежи. Благодаря вам у нашей молодежи большое будущее. А сегодня учитель должен конкурировать и с экраном, и с сетью, и с цифрой. Наше время сегодня – передний край борьбы за наших ребятишек, за наших детей. Вот. И здесь можно победить. Но хочется сказать вам и слова благодарности, и слова признательности, и, конечно же, какие-то слова гордости за наше волгоградское образование. Большинство приглашенных на прием отработали в школе по 20 и более лет. А те, кто работает больше 5 лет и в школе задержался, это уже не профессия, это уже призвание. Счастья всем, добра, мира, профессиональных успехов и мирного неба над головой. Я учился в университете, в аспирантуре, в докторантуре, в Академии общественных наук и даже за рубежом. Но всегда, когда я вспоминаю о том, где я учился, я вспоминаю Ленинскую среднюю школу номер 1, моих дорогих учителей, которые начали процесс формирования меня как личности. Спасибо всем вам за ваш большой труд. Общий педстаж семьи учителя технологии из Урюпинской гимназии более 100 лет. День учителя для него не только профессиональный, семейный праздник, а работа в школе – жизнь. Мама у меня учитель русского языка и литературы. У меня уже 39 лет. Ну, у супруги тоже достаточно открыты. В Урюпинске у нас, в частности, гимназии «Точка роста». Это новшество, значит, много, достаточно оборудования. Конечно, оборудование облегчает работу, делает ее продуктивнее, значит, много можно сделать различных предметов на уроках технологии, на кружках, достаточно быстро, качественно, детям это нравится. Вопросы обеспечения и развития образовательных учреждений в центре внимания региональных депутатов. По итогам 8 месяцев 2022 года расходы областного бюджета на сферу образования составили 16,8 миллиардов рублей. В Волгоградской области по инициативе губернатора Андрея Бочарова реализуется масштабная региональная программа модернизации образовательной инфраструктуры. В школах, детских центрах и садах обновляются оконные блоки, кровли, осветительные приборы, продолжается укрепление материально-технической базы, создание точек роста. Ирина Абрамова, Андрей Кирсанов. Время новостей.